Празднование 550-летия образования казахского ханства будет отмечаться не только в нашей стране. Часть праздничных мероприятий пройдет в приграничной Астраханской области России, часть территории которой входила в Букеевскую орду. Букеевская орда была образована в самом начале 19 века Букей-ханом. Раздвигая границы своих владений, он вместе с 5000 казахских семей переселился в низовье междуречья Волги и Урала, образовав внутреннее или Букеевское ханство. В 1830 году ханство насчитывало 20 тысяч хозяйств и 80 тысяч человек. Букей-хан вошел в историю как человек и политик, много сделавший для развития экономики и сближения культуры двух государств. Букей-хан многое сделал для того, чтобы повысить грамотность казахской молодежи. При нем стали создаваться школы, где обучались талантливые юноши. Наиболее одаренные молодые люди направлялись для обучения в Астрахань, Казань, Уфу, Санкт-Петербург. В Астраханской области находится мавзолей Букей-хана, где и пройдет часть торжеств, посвященных 550-летию образования казахского ханства.